чуть-чуть уступили, чуть-чуть обошли и заняли первое место. В Иркутске подведены итоги спартакиады вузов Иркутской области. 20 видов спорта для студентов и 8 для профессорско-преподавательского состава и сотрудников. В большинстве видов спорта технический университет по среди мужчин, среди юношей, то есть как бы был первым. То есть как бы, ну, это в принципе закономерно, то есть технический вуз, то есть очень много ребят и мало девчонок. Серебро у политеховских девушек не испортило общие картины. В общекомандном зачете Ирниту в очередной раз получает главный кубок спартакиады. На втором – Иркутский государственный университет, на третьем – Иргупс.